Во-первых, оберегали свой ворот, потому что в таких играх один гол может все решить. Как бы две команды старались обезопасить, прежде всего. Вот. Так, по игре скажу, что первый тайм активнее начали самарцы. Это за счет как бы длинных передач, навалов. Вот. А в общем, команда понравилась Самара. Вот. Удачи в дальнейшем. ЦСКА при этом играла в субботу утром, мы играем в понедельник вечером. Есть ли в данном случае какое-то преимущество в соперника? Ну, я думаю, на пятый день играть, плюс у нас дорога была. Ну, в принципе, все в таких условиях бывают, все команды. Поэтому на это мы пенять не будем. Нормальный цикл игровой. Будем готовиться. ЦСКА. Позвольте вопрос. Металлику ходил с поля с перерезанной ногой со льдом. Вы не знаете, есть какие-то травмы? Ну, там подворот небольшой был, голеностоп. Думаю, ничего страшного. ЦСКА должен быть готов. Пройдет. Заживет.